Стой, Даня. Чего? Даня, ты... Ты знаешь вообще, что могут себе позволить ФИП в данной игре? Нет, чё? Ну вот это. Стой, где велик верни? Гражданин, вы задержаны. За что? За лудоманию. За... Так казино же оно разрешено. Это запрещено, вы понимаете? Мы сейчас каждого, кто здесь играет, будем ставить раком и его остановить. Подождите, вы... Я сейчас бутербродик поем. Вообще, я даже не понял, я как-то моргнул, блядь, и уже все что-то... Что-то лежат все, блядь. Ой, простите! Ты дебил, мы так-то вожаки, нахуй, что ты извиняешься? Он не слышал, все нормально, все. Кстати, чтобы со мной поиграть, переходи по ссылке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Фостин при регистрации или же в игре /промо Фостин. Также обязательно вступай в мою семью на третьем сервере, ссылочка на DS семьи в описании. Стоять. Что такое? А вы кто? Сотрудник шведского департамента. Ага. А что же вы здесь делаете тогда? Да я ездил за едой. За едой ездили? А у вас разрешение было на въезд в город, я не пойму. Так я за машиной ездил. Слушайте, сотрудник, и это сейчас вы, если будете пререкаться, это хуево кончится, вы понимаете? Да, понимаю, под вакцины у нас не медиков не было. А у вас больница есть там, у вас как, там. Ребят, я же говорю, там не было врачей. Ну а почему вы не позвонили в скорую помощь? Даже как-то не знаю, не получилось у меня, мне надо было срочно... Слушайте, полицейский, вернее, кто вы? Ладно, сотрудник, вы шериф? Шериф, да. Ну смотрите, значит, ну мы как сможем решить этот вопрос? Только одним, у нас есть один вариант. Прямо сейчас и здесь вы нам обоим должны будете отсосать. Не, ребят, я точно не буду, вы чего, рофлите? Тогда по пятерику хотя бы, ебать. Это что, 15-5 взятка получается? Чего? Это 15-5 получается, ребят. Что 15-5? Ну, дача взятки. Ага, попытка дачи взятки. Ой, блядь. Ты да чё, дебил? Все, понятно. Пойдем. Нет, подвижи, блин, куда пойдем? Мужики, ну чё вы делаете вообще? Алё, какая? Ну ты нам взятку пытался дать, еб... Да кому? Тебе. Кому я чё ему не... Мне пытал... Ты нам говоришь 5000 вам дам, зачем? Ты чё, рофлишь? Ты пытался мне дать взятку, ну что ты мне лапшу на уши вешаешь? Думаешь, я не видел? Я тебе говорю, я тебе ничего не пытался давать. Ты сам говоришь, я вам каждому 5000 дам, зачем? Ну ты мне... Мужики, у меня времени очень мало, надо сейчас быстренько поехать туда. Дело сделать, потом я буду, выйду. Ага. То есть попытка дачи взятки. Да никого я не пытался ничего давать, мужики, ну чего вы рофлите, блин, правда. Ладно, вопросов нет, тогда мы поехали. Здесь наушники, ребят, по-братски. Ну что вы делаете? 5000 дашь? Поехали. Да нет у меня денег, я нищий, блин. Садись в машину! Ладно, отпустите меня. Садись давай. А второй, блин! А. Блин, Дань, ты можешь сесть? Ну ёбаный в рот. Ой, вам поможет? Да подожди, мне доставщик, тихо. Велосипедист, останавливаемся. Еще как, сука, этот велосипедист. Чё ты, блядь, делаешь, нахуй? Велосипедист. Ты чё базаришь, слышь? Велосипедист. А ты чё базаришь? Требования. Ты чё базаришь? Требования. Как ты базаришь, так и я. Ты... Какие требования? Алё, блядь. Вы не прихуели, я вам скажу. Ты кто прихуели? Вообще такой? Очкарик, блядь. Ты кто нам? Берешь, подрезаешь. Требования. Ты зимой на велике ездишь, ебан, блядь. А ты нахуй, блядь, ездишь. Я не езжу на велике. Нельзя на велике зимой ездить. Требования полицейского. Вы слышали об остановке? Какие? Вы одобрение хотите заплатить у нас, блядь? Можно или нельзя вам на велике ездить? Выключи, блядь, микрофон, нахуй. Я себя слышу, сука. Алло, блядь. Ну я заеб... себя слышать там. Выключи микрофон. О. А он... Он умер. Всё, нахуй, теперь ты один на болтус, блядь. Велосипед ты откуда взял? Как откуда? В аренду взял. В аренду взял? А ничего, что это мой велосипед, да, блядь? Да, кажется. Это... Ну это мой велосипед, вон наклейка, блядь, стелс. Ну я подошел, я смотрю. Реально стелс? Стелс, блядь, полицейский тебе говорит, стелс, нахуй. Наше... Вот, Лёй, блядь, наше... наше слово закон здесь, ты понимаешь? Алло! Ну и чё, и где здесь стелс, блин? А? Ну вот, смотри, стелс написано. Стелс. Верни велосипед. Это мой. Да блять. Всё, поехали нахуй. Стоять, стой, где велик?
Велик верни. Это ты наш велосипед. Это наш велосипед. Ты, вы в курсе, что может быть за это или нет? За что? Ну, за того, что вы сейчас творите. Что мы натворили? Мы свое добро забрали и... Слушай, вы здесь закон, да? Да, сейчас мы здесь... Сейчас мы это посмотрим, какой вы закон. Мы здесь закон, запомни ты. Мы власть! Чебурашка. Мы власть, понял? Все, пойдем, не отвлекай нас. Мы... Верни велик. Поехали, Дань, поехали. А, вот он, слышь? Вот он, Дань. Чё ты здесь стал-то, я понять не могу. Тебе какая разница, чё ты стал? Велосипед наш видел, какой у меня крутой? Верни мне велик. А где? Подожди, у нас два велосипеда одинаковых. Где твой? Отгадай загадку, и тогда заберешь его. Вот это твой? Да, вот это мой. Нет, дурак. Поехали. Вы ж полицейские, типа, чего забрали бы у меня велосипед? Что ты хочешь, вот объясни. Не ты, а вы. Ты, я хочу вернуть свой велосипед. Ты бородатый хуй, что ты хочешь от меня? Чего вы забираете у меня велосипед, если вы полицейские? Вы вор, что ли, получается, или кто вы? А чё, нельзя? Ну наебал велосипедик, а чё? Жалко, что ли? Смотри на меня. Ну смотрю. Вот, я тебе факт показываю. Ладно, мужик, не еб голову, забирай. Это приз. Ты сегодня выиграл два велосипеда, они твои. Оставь ему этот, все. Ты победитель, ты выиграл в сегодняшнем розыгрыше, победил. Смотри. Смотрю. Да не, не нужны мне деньги, ребят. На пирожное, обожрешься и будешь валяться где-нибудь. Все, давай, удачи. Стой, давай тебе вернуть. Не подходи, давай, я спрыгну, не подходи. Я спрыгну, не подходи ко мне. Здравствуйте, гражданин. Гражданин, вы видите, мы полицейские. Да, да. Вы что здесь делаете, кстати, вопрос такой? Я в казино были? В казино, да. На деньги играли, да? Нет, я просто рулетку покрутил. А, ну то есть вы увлечены все-таки казино, правильно я понимаю? Играйте. Колесо рулетки покрутил. При этом, находясь в казино, гражданин, вы задержаны и арестованы. За что? За лудоманию, за что? Так казино же оно разрешено. Здесь никто не играет, это запрещено, вы понимаете? Мы сейчас каждого, кто здесь играет, будем ставить раком и еб... Ну поймите, жену, там, детей всех покормить. Ну простите, пожалуйста, дурного. У вас семья? У меня семья, собака, кошка. Гражданин, а сколько вам лет? Мне 21. И у вас уже семья? А дети у вас есть? Дети Женька и Илюшка. Пи***т, конечно, он нам про Женьку и про... Илюшку. Но, знаешь, глаза у него добрые. Поэтому давай просто отпизд... Ладно, все, вы не пугайтесь. Мужики, я не забуду ваше. Все. Вас не забуду. Давай, ты в нашем сердце будешь. Спасибо огромное. Давай. Илюшке привет. Илюшке привет. Женьке тоже. И Женьке тоже. Женьке пизд... дай конкретных, блядь. Ты нарман? Выйдите из автомобиля, гражданин. Гражданин, остановитесь. Гражданин, останавливайтесь, говорю. Хуйлиган, сука. Останавливайтесь. На что нажать? Останавливайтесь, говорю. Сука. Маленький паразит, блядь, помойный. Стой, сука. Ага, попался. Почему вы меня преследуете? Мелочь пузатая, стой, говорю. Блядь, не виновен. Он, наверное, у родителей машину угнал. Он сейчас разобьется и все. Бурнаут, дай бурнаут! Гражданин, останавливайтесь, я вам говорю. А, я не знаю. Гаденыш, блядь. Ну ладно. Стой! Ладно, все, останавливаюсь. Выходи из машины. Блядь, из машины выйди. Блядь, что он бубнит-то нахуй, сука, пи***ть малолетний. Остановись. Я все на ОБС записываю, вы меня таранит. А я на бандикам. Стой, блядь. Остановись. Останавливайся, бегу. Да подождите вы. Я сейчас бутербродик поем и остановлюсь. Какой нахуй бутербродик, сука? Обычный. Еще жрет, блядь. Паразит, сука. Блядь, его нужно останавливать срочно. А? О, у него машина загорелась. За ним. Давай. Выходи. Подождите. Все. Так, вы арестованы. Куда ты уезжал, блядь, от нас? Я не знаю, я боялся. Чё ты боялся-то? Вышел быстро из машины. Как я выйду? Тебе сколько лет? 5. Ты знаешь, за что мы тебя арестовали? Мне ни за что арестовали. Не ни за что, ты нас... Уверен, ни за ты, что? Ты знаешь, вчера... Ты знаешь, что ты вообще сделал? Ты вчера вечером под дверь мне насрал. Ты это был. Ты, блядь. Я тебя поймал. А, стоп. Это он мне верты продавал. Ты ещё вертами торгуешь, сука? Паразит малохольный, блядь.
Все, повезли его в тюрьму. Слушайте, вот гражданина к вам привезли. Нам особо заниматься этим некогда. Мы сотрудники ФИП. Вот этого вот... За что меня взяли? Какой нахуй, ни за что. Значит, он вчера, у нас есть видеофиксация, нахуй, насрал мне под дверь. Это первое, что он сделал. И второе, он вертами торгует. Посадите его, пожалуйста, в тюрьму. Неправда. В КПЗ неправда. Его там. Было, блядь. А есть видеофиксация с нарушением? Да, мы покажем вам все. Все, ребят, вы его посадите там по всем фронтам. Он еще малолетка, блядь, пьяный, наверное, обиженный. За рулем ездит. Все, нам некогда, ребят, мы поехали. Разберитесь с ним тогда. Всего доброго. Блядь. Ну вы че? Остановитесь. Останавливаемся. Здрасте. Ну, здравствуйте. Че у вас здесь происходит? Понять не могу. Как? А может, давайте мы у вас спросим, что у вас происходит? Вот ты как заговорила, да, блядь. Выезжаете на встречку без взяла. Сигналов. Это кто у тебя за рулем сейчас сидит? Водитель, выйдите из автомобиля. Ты как, сука, мне водишь, блядь? С вами поговорить. А болтус, ты чё? Чё-то что-то у нас ведались, а? Ты затормозил резко, блядь. А вы выезжаете на встречную полосу без мигалок. Да тебя это вообще не должно ебать. Меня это должно как? Ебать. Нет. Твоя баба, мужик. Было. У нас так-то все записано на... Мужик, твоя баба. Регистру... Запихни ее в машину, что она распи***ла здесь. Блять, ну и чё? Я, конечно, до дома лес нахуй наехать на замминистра округа Блейна, блядь. Кто, блядь? Еще придумываете это, что вы нарушаете. Я, блядь. Ай, блядь. А ты, блядь. Ты, блядь. Ты, блядь. Да ты, блядь, сука. Так, ладно, все, давайте, парни, давайте расход, блядь, заебись. Работай, нам что, рыбу ловить? Куда поехали? Стоять на месте. Зачем, блядь? Выходи из машины. Зачем? Поехал. Вот прикиньте, у нас сотики есть из тайги. Что делать будем? Чё, пацаны? Чё у вас, сотики? Я, блядь, тебя сейчас сама выебу, нахуй, нарушаешь. Ты кого выебишь, ты чё базаришь на них? Ты меня заебал, блядь. Ура, ты на... ура, не... Ой, а, все, мужики, спасибо. Стойте, это наши, это свои. А, извини. Стой. Рыжую вы въебали просто, и все. А что вообще, я даже не понял, я как-то моргнул, блядь, и уже все что-то лежат все, блядь. Надо воспользоваться шансом. О, блин, кстати, мысль-то интересная. Давайте все, мужики, налетайте. Че не встают? А чё? Все, красава. Ты куколд? Ты кукол, получается? Дань, ты ещё давай. Дань, ты ещё еб... Осуждаем. Осуждаешь, Данёха? Да, конечно. Это так, шутка, пацаны, среди наших пацанов. Так, я не понял, почему посторонние? Так, я сейчас кого-то нахуй утоплю здесь. Кого ты нахуй утопишь, блядь? Ебать! Сотрудник ФИП, стоять! Что за ерунда у вас здесь происходит, я понять не могу. Удостоверение ваше в развернутом виде. Вы как здесь работаете-то, почему у вас посторонние здесь? Вы первый предъявили. Чего? Вы первый мне покажите удостоверение. Какое удостоверение вам покажу? Я к вам обращаюсь. Почему у вас тут сотрудники вон? Не сотрудники, а просто гражданские бегают. Стоит. Это женщина-сотрудник. Значит, уволить ее нахуй надо. Она... Почему она не показывает документы? Что за... Почему она вообще... Куда она делась, блядь? То есть вы не уследили, правильно, за ней? Это сотрудник, вы арестован, я вам говорю. Короче. Вы арестован. Товарищ сотрудник, вы знаете его вообще? Нет. Первый раз видите? Да. А, угу. То есть еще и такая фигня. Ну хорошо. Да, я хорошо. Не знаю вообще, кто это. А ты чё спрятался? Ты чё думаешь, мы тебя не найдем? Да не, я так просто. Так, вот стоп, вот знаешь его вообще, нет? Первый раз вообще вижу. Нет. А, не то знаю. Есть уже второй человек лично говорит, что вы не знаете. Ай, блять, стреляют. Вы чё, сука, Джанго, все это секрета? Иронна митамени нареро! Щегол, сука, я тебя отпинаю сейчас! Козел вонючий, блядь. Ты моего друга убил! Говноедка, пойдем нахуй со мной. Ой, вы его уже задержали? А не напомните статью? Вам зачем статья? Да его уж посадить знаю, надо. Блядь, потому что нахуй. Ну давайте мне его, я его отвезу. Да нет, спасибо, я сам с ним разберусь. Он убил моего сотрудника ФИП. Я его задержал! Он стрелял в моего напарника! Что за хуйня? Что у вас здесь происходит? Тихо, достал удостоверение с правого кармана, после чего передал человек напротив. Я внимательно ознакомился, просто чтобы понимать, с кем я работаю. Сотрудники FIB, правильно? Все верно. Да у нас аналитикс. Что за мне ужас? Мы аналитики. Ну, я допустим. Какой отдел? Анализируем.
аналитики. А что вы, Андрей? Мы за вашим сотрудником приехали. Ваших сотрудников. Вот видите, что ваш сотрудник делает? Не, подождите, подождите, по закону, по закону, по закону, по закону, по закону, по закону. По закону говорю. Проезд сюда есть только у Губера. Панач гей. Александр, а вы что стреляли-то? Объясните. Реально. Подождите. Это клоуны, потому что... Что они заходят и делают... Еще оскорбляет сотрудника при исполнении. 17.30. Просто так закапали, просто так. Ах, ну что, вам машинку оформить для доставки в КПД? Да, давайте. Все, мужики, приехали. Здрасте, мужики. Так, пойдем. Сейчас камеру будешь выбирать. А где задержанный-то? Подождите. А где? Пальчик подними. Он невидимый. Ну достаньте удостоверение. Александр, там, давай палец подними. Во. О, Александр. Короче, я что предлагаю? Вот вы, сотрудники СанК, уволите его, вот этого пуча. Нет, подожди, это все хуйня. А зачем ты стрелял в моего друга? Объясни мне. Мне вообще похуй.